Что вы можете сказать по поводу данного инцидента? Я все могу рассказать. Это потерпевший открыл дверь, а Валикоджан, подсудимый, сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я в туалет хожу». А она выскочила на улице и кричала: «Милиция, милиция». А я сказал: «Валикоджан, пошли домой». И пошли. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? Вы же сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказал, тоже хочет. Такие вопросы задают, что неудобно отвечать. Даже. Свидетель Хачикян, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да? Да, разбил. Зачем буду отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепил.